Чувашия вновь готовится к международному оперному фестивалю, уже 27-му по счету. Он носит имя нашего земляка, прославленного баса Максима Михайлова. В самом ярком культурном событии осени примут участие около 600 артистов. В гости приедут известные музыканты и солисты со всей России и из-за рубежа. Сила голосов, красота костюмов, яркие декорации. Для поклонников оперы фестиваль – настоящий праздник. Ведь это уникальная возможность увидеть артистов и коллективы мирового уровня, познакомиться с легендами оперной сцены. Фестиваль откроется 17 ноября премьерой оперы «Евгений Онегин». Чайковский и Пушкин – это гениальное произведение. И здесь, конечно, я в свою очередь пригласила замечательных солистов, я считаю, вот в конкретном в оперу «Евгений Онегин» пригласила тенора Ленского, Юрий Городецкий. Вы просто, может быть, не обратили внимания на то, что это вообще выдающийся певец. И это певец, который прошел, помните, в прошлогодний проект «Большая опера» на центральном телевидении. Он прошел в тройку победителей. Во второй день зрители в полной мере смогут насладиться оперой «Любовный напиток» с заслуженным артистом России Андреем Батуркиным и заслуженным артистом Татарстана Нурланом Бекмухамбетовым. В программе фестиваля популярная опера «Риголетто» великого итальянского композитора Джузеппе Верди. Практически все исполнители главных партий у нас приглашаются на эти спектакли. Приглашаются не только наши российские звезды, но также и зарубежные исполнители, известные за пределами нашей страны. Особого зрительского внимания достоин арт-проект «Тенора 21 века». Его организаторы сотрудничают с лучшими музыкантами мира. В фонде уже более 50 уникальных программ, в которых звучат произведения различных эпох, стилей и направлений. Очень здорово, когда один фестиваль не похож на предыдущие и следующие. Они должны быть все разные. Так же, как и спектакль. Традиционный галоконцерт соберет созвездие лучших голосов страны и зарубежья. На чувашской сцене выступят солисты известных музыкальных театров из Италии, Румынии, Греции, Канады и Китая. Фестиваль обещает быть ярким и зрелищным.